Хуба зонители дома турат барнумай шом гохи бе танафус, бе сперери валака, як суатюн си пари гардит, ва чумонеки ва шуму ва дадуда будам. Алакай мехмонеки мо дербус интизор будем, дара студия карур дурант ва инна пареки астарухуни чирада, сяки аз он нафарунеки зебои роме уфарада сонашон ва дили амагон рушуд месу за тарухи джавон, ваш алакай шинухтаю ном дори кишбар. Нафиса Имранова, хушамадет! Ассаламу алейкум, спасибо, что пригласили меня на свой вечерний шоу. Я постараюсь ответить на все вопросы. Жду ваши интересные вопросы, чтобы наш эфир стал интересным и что-то новое услышали от нас, от таджикских дизайнеров. Надидет, меху хет ягунчизи навру бишнавет пас мархамат им конят ас фурсат ас тамуми салухой худру метаунет ба Нафиса на милаза нависет бараками вайбер панджуи панч сифр сифр панджуи панч ну саду панджуи панч ва хамчунин метаунет вориди сайфай расми New Radio шавет дар шабака инстаграм New Radio нухта тиджей дар инстаграм уру айни замунам таму шоме кунанам мешунавант ва анахамин хел им конят ру аздас надет. Хоп, Нафиса, вал, бэт гуфтки, бурыдигар хушома дэд ба студия радио и нав, хэле зэ бо, вали боси, гэм бахут зэ банда ба баркар дэд. Ма фикрме кунам дар студия кун зэ боги дучан чут, зэро муду нафари. Хушома дэд, бурыдигар. Спасибо большое. На самом деле всегда хочется прийти в своем костюме, но мы дизайнер, как говорят, сапожник без сапог. Сегодня у меня очень сумасшедший день. И понедельник, да, сегодня вторник, да, даже видите, я даже... Бали. Баруэй Нафиса. Человек, не можно. Баруэй Нафиса, сейшамбе, да воми рузи душамбе, аст, сейшамбе, душамбе, и дома я в тесту, да, солухам, баруэй мки Нафиса хели, серкор, аст, ва мо хурсан, я мазоне киомадет, хоп, Нафиса, ва сухайки шмо, гуем алака интихоп кардет, дарун алака чанды солки фауля дурет. Нахустин буравалин марутива, чихель нисбати амин касп, дарбани хазорго, касби дигар дигар сухаго, нисбати амин касп мегрум хабат, дардели шумо пайдушут, ва шумо харор додетки, бо инкур машол нешарет. На самом деле я здесь была очень таким творческим ребенком, да, всегда хотела рисовать, танцевать, петь. И родители в этом заметили меня, что я расту как творческий ребенок. Вода и дали мне возможность, да, дали мне возможность, чтобы я это продолжала, да. Я ходила в колледже, начала рисовать, уже оттуда мне вдохновение пошло. Первый раз, когда я начала делать коллекции, это был 2012 год, когда я уже была на втором курсе, на третьем курсе, я уже начала сделать первую коллекцию, а потом потихонечку все. Да. А потом потихонечку уже все пошло. На мой шабут, вахтики шумами на хустина коллекция либо свой худрого фаридет Даркуджо на мой шабут. Да, конечно, было первое выступление, это в Hyatt Regency, там был дизайн Душанбе 2012 год, да, организовали иностранцы Меридин, она организовала неделю этот фэшн, да, там неделя творческих людей, и в этот конкурсе, в этот мероприятие там номинировали дизайнеров. Я первый раз участвовала с коллекцией «Авангард». Это коллекция, где дизайнер показывает свои творческие видения. Да? В эту коллекцию я показала сложный крой конструирования, моделирования одежды в стилистически авангардном стиле. И название коллекции было «Горы Памир», так как там были геометрические формы. Да, были красные, как же ваши новые ради, там были белые и красные оттенки. Ага, пехтарин. Хоп, Нафиса, либос о фаридан, як кори алогида, як захмати алогида. Лекин либос робос баягон намоиш пешниход кардан. Дар унжо мавке грифтан барой либоси худро намоиш дода таунистан хам чи лозим аст. Юки баусуни амихел рохмедян ки масалан либос ро намоиш дед. Юки агон талабутой дигар аст ки шмо коллекция либос ро намоиш дода тавунет. Да, конечно, обязательно каждый два дизайна, чтобы стал он интересным, должен быть индивидуальным. Чтобы он стал интересным своим подходом, своей коллекцией, своим подачем, своим что-то новое, да, чтобы в него видели. Не нужно кого-то копировать. Даже если копируют, нужно внести свой почерк, чтобы это было по-вашему. И, наверное, первый раз, когда я выступала, было
вот этот почерк памирский, да, там белый-красный с элементом европейский, вот это, наверное, в сердце души. Бали, Рамзи Сурх, Рамзи Мухаббат, Рамзи Джушу Хуруш, Рамзи Зейбоес, в Махсан, либо Усои Помири. Руси Габругам, Ахамеша, Дикати Манру, Бахуджаб Мекардан, Амин Гуна, либо Усои Помирики, Азранги Бейштар Сурх, в Сафеди Буратаст. Ду ранги ки хеле дустуштани аст барои ман ва мо боз як чизро мехостем фаҳмем ки аввалин либосе ки шумо офаридед кадом буд ва уман чи хела намун либос барои шумо то ҳоло дар ёдатон ҳаст шояд гирифта мондаед либосе ки нахустин маротиба офарида будед аз нигоҳи худи шумо офарида шудааст. На самом деле, первый костюм, первая не коллекция, а первое то, что Бали. Я создала, это ага. была картина, да, я сделала из таких ненужных вещичек, делали мы картинку, да, первое то, что я, то, чего я создала, это была картина, да, и во время процесса создавания вот этого картины, я вот, мне стало очень интересно, что в конце получится, а потом уже, как обычно, мамино платье, которое испортилось, мы взяли и из него сделали платьишки для своих куколки, а потом уже вот это все потихоньку. Тихонечко пошло. Хоп, вақти ки либос ро меофаред, либос дар он бояд зебоги бошад. Либоси зебо гуфта, ҳамчун як шахси муқаррарӣ не, аз нигоҳи худи тарро, ҳамчун дизайнер тарро, зебоги либос гуфта чи ро мефаҳмед? Чи бошад ки вайро шумо аз нигоҳи худатон ҳамчун тарро зебо гуфта метавонед? Для меня самое главное, как дизайнер, это конструирование, моделирование, подача вот, стилистической своей одежды. Вот для меня он красив, когда там правильно геометрия, там правильно посадка, там правильно одежда. Можно из дорогого ткани шить так некрасиво, когда неправильно конструирование и моделирование, и подача, ВТО, все вот эти процессы. Когда красив, тогда, когда полностью изготовлена продукция правильно. Ага, иногда можно из дешевой ткани сделать такую красоту, да, из дешевой вещи, но иногда из дорогой ткани можно испортить. Это зависимость от того, что от... Гунараш, да? Аз гунар вубаста гидурат. Для меня красив, когда все там правильно, все по, там, по гамме. Для меня блески, вот это много, все то, что лишь бы что-нибудь нацепить, и он станет красивым, для меня не так. Композиция моего одежды в том, что все должно быть гармонично. Бале. Бехтари нас, фикр мекунам шума алакайпа, ай бурдед ки воқеан як тарроҳи ҳақиқӣ гап зада истода зеро ки зебогӣ дар ҳамон чизҳои дурахшанда нест балки дар офарида тавонистани аз нигоҳи худ як либоси зебо ҳатто аз матои оддитарин аст. Хоб Нафиса, вақте ки шумо мехоҳед ки як либоси нав офаред, кадом вақт ва ё ки уман чӣ дар шумо илҳоми офаридани либосро бедор мекунад? Кадом вақт илҳоматон меояд барои офаридани як чизи нав, як куртаи зебои нав дар шакли ба худи шумо мувофиқ? Кадом вақт илҳом мебахшад? Масалан, бисёриҳо мегӯянд ки шоир нависандагон ё ки гӯем санъаткорон шомгоҳон, вақте ки дар оғӯши табиат ҳастанд, вақте ки ман худам танҳо ҳастам, вақте ки шом аст, вақте ки бисёр розухаёшкаафикрифаиаиаоишумодигарастхирбароиаинеуяторчлоек По-моему, у меня то же самое. Да? Нет, смотрите. Я шабуна или хомат умеет? Нет, шабуна я сплю. Шабуна не надо, шабуна мы спим. Да, потому что днем очень много работы, шабуна я сплю. Обычно вдохновение приходит очень просто. Вдохновение приходит тогда, когда ты сидишь и ждешь. Вот сейчас придет, сейчас придет. Не, у меня не так. У меня вдохновение, когда я общаюсь с людьми. И вот во время общения я чувствую какой-то вот, да, навал вот энергии. Вот я чувствую какое-то вдохновение. Вот тогда оно как приходит. Элементарно, когда я фильм смотрю, и уже эта история, я начинаю, это был такой 18 век, почему многослойность, почему так, почему такой воротник, почему такой рукав, и оно меня вдохновляет. Элементарно, когда я открываю свой Инстаграм, и я там вижу исторические картины, да, такие вот, я уже вдохновляюсь этим. Но это не всегда, потому что сейчас, в данный момент, меня больше всего вдохновляет японская культура. Да, я, например, последнюю коллекцию, которую я
презентовала у себя, это у меня рубашечки в стиле кимоно, да, и пиджачки, и брючки с широким фасоном, многослойности. Сейчас, например, больше меня вдохновляет японская культура, да, и оттуда больше я вдохновляюсь. И это по-разному, ко мне приходит вдохновение. Иногда даже просто гуляя по городу, увидишь какую-нибудь девушку просто в сатре, да, и вот эту ее цветовую гамму, эти ее сережки, глаза, и ты уже оттуда берешь какой-то процент вот вдохновения и идешь дальше. Аджоиб, вокен, но дамуни аджоди, дар хама чиз як чизи навру пайду мекунан, вару я аджод карнан. А хоп, бус гуфтанем ки, вакти ки шмо як ли бус ру, алакай фикран хайолан тасавур мекунет ки вай буят хамин хел бушат. Кор аз огост ху анджом, каме дарин буром ефтет, авал сурати онром даруи когаз. Я щас отвечу, вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю. Ана аз хамин ча саркуне то хри бучуда наш мархамат. Смотрите, как мы создаем. Для начала, когда я создаю коллекцию, я обязательно собираю все идеи, да. Это у меня есть доска вдохновения и доска идей, да. Мудборд. Я на него вкидываю все идеи, откуда приходят, неважно, это занавеска, которая тень просто попадает, что и как. Я просто все это собираю. Фотографии, которые в телефоне у меня собрались. Я все это накидаю, и я нахожу историю своего коллекцию, да, какой он должен быть. Теплый, холодные оттенки, почему многослойность, почему там идет длинный рукава, почему там вот так, вот так. Вот это все собираю. Потом я создаю себе героиня, которая его одевает. Это такая стильная женщина, которая с утра одевает такую-то легкую одежду, быстро на работу, на встречу. В обед у нее такой более сложный этот, она одевает классические пиджаки, там вечером у нее после встречи, там, встречи с подружками, все такое, что-то более легкое, романтичное платье, да, я ее день разделяю на несколько частей. Уже исходя из этого, я создаю образ, свою коллекцию, да, и уже моя героиня полностью появляется. Потом, когда я рисую эскиз, я накидаю все свои идеи на эскизу, а потом уже подбираю ткани. Ткань подбираю, а потом, когда мы создаем, вот тогда процесс интересно становится. Когда мы рисуем эскизы, в процесс работы я меняю очень много. Я уже вижу, когда на бумаге они смотрятся совершенно по-другому. А когда в реальности, я уже вижу, что масштаб, объем работы, то, что я вижу на эскизе, на скетче, да, на бумаге смотрится по-другому. А на готовое платье, оно совершенно не смойку, все меняем, убирайте, мне ничего не нравится. Все делаем заново. Вот этот цвет остается, это убираем, это оставляем, а это вообще стиль не тот, не мое. Вообще коллекция мне не нравится, все меняем заново. Даже иногда так бывает. Бале, я не бисер вах чунин мешават ки шумо як чизро офарида не буде, дар натиже тамоман чизи дигар офариде. Да, это всегда так. И вас мешават дар афтикор. Даже бывает в процесс работы, что коллекция, эскизы, то, что я создаю, я начинаю краить, с командой все вместе сидим, и мы уже начинаем думать и понимаем, что эскизы вообще нам ни к чему, мы уже что-то другое придумаем. Настолько у нас бурно все вот это идет, потому что у меня в команде есть очень грамотно люди, очень хорошие специалисты такие вообще, я их очень обожаю и очень их ценю. Художники со мной, конструктор, технологи. Мы все вместе растем и вместе все продвигаем мой бренд. Вехтарин. А хоп на фиса, аз негой шумо за нему сириточек. Бачхель, либус, бабар, кунат. Аз негой танго ходишмо. Я никогда не любила кому-то диктовать, что ты должна это одевать, потому что должна. Нет. Мувасир современная, да? Современная Бали. Девушка должна одеваться стилисткой образ своего жизни. Как ему комфортно, как ему удобно, так и должна одеваться, да? Ну, конечно, не так, как там должна соответствовать своему образу жизни, да? Бали. Я больше всего люблю свободную одежду, потому что у меня ритм моей жизни очень такая вот. Я с утра могу сделать примерку, потом после мерику поехать за тканями, после ткани мы встречи с кем-то, и у меня быстро все меняется. Для меня очень важно, чтобы комфортная одежда была, да? И мои клиенты, которые приходят, для них я предлагаю совершенно другое. Я им даю возможность выбора в одежде, что они хотят, да? Что им может подойти, что они могут выбрать, и что, в чем им комфортно. Бафикрам фикрхой хеле джолип ва бехтарин бут зируки нафиса на танго як тарух балки гуфтан мумкин аст як пеш барандаи хуби сухбат аст яне хам сухбати бехтарин ки метавонад бе охир сухан кунад ва ман сухбат ро идома дяд ва мо бушем ҳоло ҳамрои шумо бахши тиҷоратии рекламаро истиқбол мегирем ва пас аз он барномаро бо шунидани таруна идома хоҳем дод шумо метавонед нависед саволҳои худро ба рақами вайбер ёдовар мешавам 555-00595 то соати 19 бушумем аз маҷмо дур наравед.
خوب از زنی دیل ایدوما دارد برنامه برنامه شنگوهی بی تنفس و من ایدو برمشم که این زمان در مهمونی ما قرار دارند یکی از تروحونی شنوخته نفیسا امرانوه که شما رو بوری دیگر با سودیه رادیو ایناو خوش اومدید میگیم ребята, слушайте нас на 95.5 FM. Бале, хайрихат, байодаш мегират. Нафиса, хоп, алакай, саула, зарахами вайбер, башмо мена исант ва пурсидай студанта. Нафиса, мегуант шум бахайр, мехостам би фахмам, ки дар муд мува фак шудан, баруй инчи лозимас, мегнати зиот, вайоки истейдот, мегуант фаридун. Конечно же, в любой работе нужно мигнатизиот. Это очень важно, когда ты много будешь работать, обязательно эффект будет. Талант, оно нужно, но талант нужно использовать. Люди некоторые приходят, на самом деле много очень талантливых людей, но они приходят и говорят, понимаете, я хочу вот зарабатывать столько, я хочу вот это, но у меня не получается, не знаю, что делать. Но одно платье шьешь и ждешь, что уж этим платьем к тебе все придут. Нет, нужно трудиться, нужно показать, нужно сделать что-то. Обязательно нужно двигаться, чтобы про тебя всегда слышали, чтобы тебя всегда видели, что твой бренд, твоя работа везде была. Фарумуш накунат. И обязательно мигнат всегда, обязательно труд везде всегда нужно, потому что недостаточно, когда есть талант и все. Нужно талант свой развивать всегда, нужно динамично идти ко всему, потому что мир моды, оно так быстро меняется, и это ритм нужно всегда уловить. Чтобы быть всегда в тенденции, быть всегда в моде, нужно за этим идти. Хоп, фикр мекунам ки алакай джоб грифтед ва саволатун. Фаридун, як истейдот ками мекунад? Албатта баруи истейдот ро бузрав нақдудан, шаб рӯз заҳмат кашидан хеле муҳим аст, махсусан агар инсон тарӯх шудани бошад. Боз як паёмаки дигар аст аз Нигиша ба ҳамин ном. Ба мо менависанд дар рақами вайбер мегӯянд салом, саволи ман ба Нафиса, он кас шавҳар доранд? Хоп, ин саволи шунаванда аст, мо бояд ҳамашро пешниҳод намоем. Этот вопрос часто. Короче, хорошо. Этот вопрос часто мне задают, и так как я очень часто выкладываю фотографии своих племянниц, и все мне думают, что я замужем. Нет, я еще не замужем. Я замужем за свою работу. Моя работа 24 часа со мной. От моих работ очень много детей. Это классическое платье, да, такое. Их везде можно увидеть, да? Их везде, моих детей можно увидеть. Но на самом деле я еще не замужем. Я пока посвящаю себя своему творчеству, так как поставлено очень много целей, и еще я хочу обучаться, хочу поступать за границу, да, и много целей, пока иду к ним. Но то, что я выкладываю фотографии в Инстаграме, много этих волнует, пока у меня детей нету, не замужем. И вот те фотографии, которые они видят, это мои любимые племяшки, потому что худобашку у нас в семье четверо девчонок. И я это Тим братишка, да. И вот у моих сестры уже худобашку, да, по трое, двое детей. И сейчас каникулы, они у меня, и это вообще счастье. Я каждую секунду, каждую минуту выкладываю их фотографии везде, да, и, наверное, из-за этого такие вопросы. Але фикр мекунам ки шояд фарзандони шумо бошад ин ҳолат ба ман хеле ба шинос аст масалан аксҳои ман низ ҳамроҳи ҷанчаҳои ман аст фикр мекунанд ва мегӯянд ин духтаратон дигар лекин ин азизони мо ҳаст наздикони мо лекин фарзанд нест ман шуморо хеле хуб мефаҳмам Нафиса ин гуна саволҳо хеле зиёд мешаванд инчунин қариб ҳамарӯза дар барнома ва чун дар ин соҳа ҳастед чанд сол мешавад ки дар ин соҳа фаъолият доред Нафиса ва боз як савол устодони худ гуфта Смотрите, я работаю в дизайнерском направлении с 2012 году, как я говорила, первая коллекция была, да, но серьезно к этому уже подходилось с 2014 год, как я закончила университет, я прошла одно конкурс в дизайн, я прошла конкурс дизайн-квалификация в Академии дизайна Сингапур, и уже когда там я получила вот эти навыки, которые мне нужны, да, я, приехав сюда, открыла первый свой ателье, и уже вот 2014 год я начала уже серьезные шаги. 2012-2013 год для меня были те шаги, которые я вот поняла, что это мне нужно, и я нашла по жизни, что я хочу заниматься. Это очень важно, да, было первые такие шаги, да, и уже 2014 год я уже поняла, вот я этого хочу, и я буду дальше идти. И уже вот с того года
5-6-7 лет уже, как я занимаюсь дизайнерством. Свои учителя могу говорить, это Зухур Нурджанович, Рауф Мурадович, Сабзали Нигматович. Зухур Нурджанович мне открыл глаза в живописи, в цветовой гамме, как нужно подобрать цвета, как нужно совмещать их, как можно их увидеть в другое направление. Я помню, что в первом курсе, когда я села за мольберт и начала рисовать, он подошел ко мне, я рисую красный цвет. И он говорит, там не красный, там, смотри, там фиолетовый, там бордовый, там такой. Я говорю, я не вижу это цвета. Я точно вижу, что красный. И он вот в течение года заставил меня видеть, что в красном оттенке есть еще несколько оттенок. И я сижу, и я говорю, боже мой. Да. И потом, когда уже второй курс, я уже занималась, все коллоквиум сдали, уже экзамены, я на втором курсе пришла, и я на самом деле, уже когда начала натюрморт рисовать, я совершенно по-другому его видела. И уже после этого, когда открываются глаза, творческий ящик, как я это называю, да, уже я уже поняла, что в красном гамме можно сделать вот это сочетание, вот это, вот это, вот это, и вот это творческое развитие уже началось. Рауф Мурадович – это историк костюма. Когда я была студенткой, я говорю, почему мы столько это все изучаем, зачем это нам нужно, почему история? А потом уже начала работать с коллекцией, тогда поняла, ага, вот здесь вот так, а тут вот так, а там вот на первом курсе изучали вот стиль рококо, стиль барокко, это для этого нужно, это для этого. И сейчас можно увидеть мою коллекцию, там объемные пышные рукава в стиле барокко, да, уже я вот это все понимаю, и вот эти учителя, которые меня подняли и которые мне показали дорогу. Хоп, джавоби хеле муфасал, бо шарху тавзе хота шаз нафиса, ва боз як савол дар инстаграм ме пурсант шахриор, ме ган ки нафиса шумо бо кадом тарухуни джагуни хамкури дорет. 2014 год, когда я была в Академии дизайна Сингапур, я там познакомилась с дизайнером, который нас обучал композиция правильно этот, в одежде, да? Это Томас Там. Он дизайнер H&M в Сингапуре. И вот я с ним познакомилась, и в тот момент мы начали сделать эскизы для его же бренда с нашим национальным колоритом. Его так все это вдохновило, что в 2016 году он приехал в Душанбе, и потом в Худжанду уехал, потом Самарканд, Бухара, Ташкент, и все это посмотрел. И он говорит, Нафиса, говорит, ваше искусство, ваше, это вообще история вот вашего народа, говорит, настолько оно богато, и настолько можно вдохновляться этим. И я поняла, что вот то, что вот здесь у нас происходит, нужно больше его развивать, нужно больше его показать, да. И еще это в 2017 году Коко Шино, это японский дизайнер, очень известная, которая делает арт-фэшн-показы в Японии. У нас был с ней совместный показ здесь, в Душанбе, который организовал хукумат города и японское посольство. Вот с двумя такими хорошими дизайнерами у меня уже был сотрудничество. А джой бот, чун мэ бинет нова сазоники Нафиса хэли джавонас, вали угоз карда самкориро бо тарухуни джагуни. Хоп, Нафиса, тар коллекция либо сой худро дар се калима чхэл номбари карда метонет, неки се калима, дарин се калима коллекция либо сой худро шарх дихет. Босе калима, босе калима тасвир кунет. Ин да, яны ки либос аз Нафиса Имрановаст. История. Тарих. Сила. Ого. Новшество. Бейтарин. Ван фикрами к нам и нам к вас там. Бале. На самом деле. Ба Нафиса писанду мат мохурсанды мазуны ки писандаст. Хоп, ба него и шмо. Амчун таро. Тарухи асиль гуфта киро гуфтан мумкинаст. Киро тарухи вуқеян хақиқи гуфтан мумкин аст. Каждый дизайнер, он показывает свое видение. Я не могу кого-то сказать, вот прям вот это дизайнер, а это не дизайнер. Как можно художника назвать, что он художник, он не художник? Тем более сейчас свобода везде, свобода в одежде, свобода в фильмах, свобода в художниках, везде. Но каждый человек показывает свое видение по-своему. Для меня самый-самый такой дизайнер, который меня вдохновляет, это Александр Маккуин. Это дизайнер, который сумасшедший такой, прям такие эскизы создавал, такое творчество указал. Короткий свой период творчества он столько видений сделал и столько новшества показал. Вот для меня он самый такой яркий. Но другие дизайнеры, которые показывают, это они показывают свое видение. Для кого-то они лучшие. Вот мы спрашиваем ваш взгляд. Вот для меня самый такой яркий это Александр Маккуин.
Я кого-то не могу минусовать для него, для него Dior там. А им это каждый, да. Для каждого дизайнера, для каждого человека свое, у каждого свое видение. Но для меня Александр Маккуин. Но других дизайнеров я не могу под минус поставить, что они мне не нравятся, они такие. Они делают свое видение, они показывают свое творчество. Бухян, друзья, ва инжо як саволи хели, а джо и помадас. Да, раками вайби разману чехр, миган салам алейкум, апай зарнигор, ман бу апай нафиса, яне баин нафар, савол душнам. Буд холатеки, шумо баягу нафар, фармуиша шунру хату кардит, ба шумо баргардони до варданду, ба шумо джангу джанжол карда будан. Тамин хел холат буд, куфта ме пурсан ману чехр. Худоба шкур, у меня всегда, знаете как, когда клиент ко мне приходит, я беру, изначально начинаю, что вы видите? В первую очередь я их спрашиваю, их ожидания, да, что они хотят, да, например, что они видят. Потом, какая цветовая гамма им подходит. Исходя из этого, все я это пишу на бумаге. Клиент это видит, что я все это пишу, и все это я с него сначала спрашиваю, а потом, исходя из этого, я создаю эскиз клиенту, да, что они хотят. Полностью я беру вот, вот какой вырез должно быть, какая рукав, что там, как там, какая длина, короткая, спереди короче, там длина, все вот эти нюансы я все записываю, исходя из этого полный образ я краю, и на примерках мы все это доводим до конца, да. Конечно, бывают такие моменты, клиент чем-то недоволен, да, но мы с командой стараемся все завершить до последнего, чтобы каждый наш клиент, который заходит к нам, каждый наш гость, который заходит к нам и оставляет свои деньги, чтобы довольно уходил от нас. Для нас очень важно тот момент, что люди, приходя к нам, хотели еще раз прийти, еще, еще, еще. Нафиса, бузак саволи дигар, панч чизе ки шумо бе он зиндаги кардан наметавонед, панч чизе аз хама мухим дар хаёти шумо. Я без чего не смогу жить, это... Без пяти самых важных вещей. Да, это здоровье моих близких. Я каждое утро звоню, нас в семье худоба шкур достаточно, да. Я всем звоню, мы друг другу с Viber, WhatsApp пишем. Мне самое главное, что утром услышат всех, у всех было хорошо, все здоровы были. Второй момент – это мое вдохновение, что оно всегда было рядом со мной, и чтобы оно меня вдохновило. Третий момент – это команда, которой я всегда... Вот моя команда, чтобы оно было единое. Да, вот это. Четвертое – это, наверное, мое здоровье. Третье, четвертое. Это самое важное. Да, но, оказывается, для меня оно четвертое. И пятое – это, наверное, мир во всем мире. Бля, сама мухим. Агар ки сух бушет, салуматям хаст. Хоп, шумо худро тарухиму вафак куфтам это унет? Я думаю, что раньше, когда этот вопрос мне задавали, я так смущалась, и так я прям дискомфорт себя. Сейчас, наверное... Нормально, когда... да? Не то, что нормально. Не то, что нормально. Сейчас, когда я смотрю за спиной и вижу свою команду, и вижу своих гостей, клиентов, заказчиков, и те показы, которые были за границей, и те отзывы, которые оставляют под каждым новой коллекцией в соцсетях, и смс-ы, которые нам отправляют, и наши клиенты, которые отзывы оставляют, что я могу сказать, что наш бренд уже становится успешным. Нафиса, вақте ки намойиши либосои шумо ҳамин маросим баргузор мешавад, шумо дар худ чи эҳсос мекунед? Чи гуна эҳсосотро аз саратон мегузаронед? Во время показа? Бале. Во время показа сплошной стресс. Джавоби хуб бахели куто. На самом деле, пока мы готовимся к показу, нужно коллекцию довести до полностью, да, и знаем, что люди этого ждут, потому что я не так часто выступаю на подиумах, так как очень много работы, и большинство показов мы делаем за границей, да. Последний показ у нас был в неделе моды в Санкт-Петербург, где мы открывали неделю моды, и на самом деле столько волнений было, пока я летела до Питера, пока мы выбрали этот девчонок, проходил кастинг, все это, и тем более, когда я узнала, что мы откроем неделю моды, для меня было очень такой стресс. И когда все это показ проходил, все прошло, я такая, наконец-то все прошло, что мне делать, как мне быть? Успокойся, все уже прошло. А потом, когда я посмотрела фотографии, когда я в себя пришла, я поняла, что насколько это хорошо. Хопа, Таруна. Таруна, Ягона Таруна. Музыки. Яни ки суруд ро дар назар дорем. Суруд, кино ва филме ки шумо бештар тамошо мекунед, гуш мекунед, мешунавед?
Наверное, я вам сейчас такое скажу, что вам будет смешно, как это. У меня в телефоне вообще нету никаких музык. Вообще нету. Я когда не работаю... Не смешно, знакомо. Я когда работаю, я полностью зациклена на каждый миллиметр и каждый диаметр. Некоторых людей музыка вдохновляет. Меня оно вдохновляет, когда я спокойна, я когда ни о чем не думаю. Почему? Потому что я очень люблю петь. Если я начинаю конструирование или эскизы, или что-то занимаюсь, когда музыка, я начинаю петь. И Нафиса все в музыку, она уже это не дизайнер, а певица. Да, уже певица. И она забывает все миллиметры, диаметр, который должна ставить. Да. И я понимаю, что в этот момент я должна выключить. Даже если я не знаю песню, я могу петь ее. Подпевать. Я просто останавливаю музыку, я все полностью начинаю конструирование, а потом уже делаю свои дела, потом я слушаю музыку. Меня всегда вдохновляет Мубарак Шоу. بهترین از روکی بخن ترونه‌هایش به انسان یک احساسی نوتکرور می‌بخشد. Да, классическая музыка для меня очень вот такое, да, знаете, волшебное. Я сейчас слушаю Манижу, этот, очень тоже такие хорошие песни у нее. Фильмы я... То, что выходит новинки, я все фильмы смотрю, когда есть время, да, в кинотеатре. Книга, на самом деле, я в последнее время не успеваю, потому что я прихожу 12 часов ночи домой, и уже силы только принять душ и отключиться. Утром опять встаю. Ана Хаминчо, сахар вахты ки аз хоб бедур мешавет, нахустин чизе ки дар бураш фикр мекуне, чи аст? از خوب بیدار شده دو حالا که شما فکر میکنید تامین خیلی نه؟ Я просыпаюсь и понимаю, что я что-то не успела сегодня, нужно до конца его завершить, либо меня убьют. عجیب. همیشه شخصی خیلی مسئولیتناک و در این بوره فکر میکند. بهترین از شخصی انسانی جودکور باید چونین بوشد. خوب، گفتنی مو که لباسوی اخیر کالکسی اخیر که شما در اون سهمی خیلی ارزنده دارید این آنا همون اکسی گل دخترانی توجیک در لباسوی که در لباسوی جنسی یعنی ابریشمی دیده می شود شما خود رو بیشتر همچون تروف می شناسید یا که رسوم Смотрите, я дизайнер, да? Ага. У меня в команде, как я изначально говорила, несколько людей худобышек уже собралось. Они достаточно талантливые. И у меня есть, как я изначально говорил, конструктор, технолог, швеи, вышивальщицы и художник. Ко мне приходит вдохновение, я его собираю, идеи, и я наброски делаю, что я вижу, как эта коллекция должна быть, и как мы должны преподнести, и что меня вдохновляет. Уже когда у меня полностью вот эта наброска есть, я собираю свою команду и говорю, так, ребята, вот тебе вот такой задачи, тебе вот так, вот так, вот так. Либо же я даю, вот у меня вот такое вдохновение, давайте доделаем его до конца. Потому что одна голова хорошо, но 10 еще лучше. Бали. И вот в течение вот этого я каждому даю его направление, уже они делают скетчи, из этих скетчев мы еще больше выбираем и уже останавливаемся на одном. Бале, мутасифона, вахт ками мекунат, вале бахар холому, кушиш мекунем, хама и саву гуру ба Нафиса пешни откунем, ва бонхо джавоб гирем. Сей ранги дусу душтаешь мука дома, сей ранг. Раньше меня очень сильно вдохновило черный, но сейчас в данный момент меня вдохновляет желтый, сиреневый и хаки. Аджой бот, ранги зарт. Дуслуштанис, валена Бахама Зебанда. Хоп, джаво би хоп, вабо се нафари машуреки, шумо баруешон либо суфари дает, либо си махсус баруешон се нафар. Наверное, вот всеми нашими известными Шабнами Сурайо, ага. Потом очень много с послами работаем, да, с ними и еще, по-моему, еще многим. Бале. Бафикрам, фарумушкардан, азон хотирки зиодас хеле. Либосе ки дар кутохтарин мудат шумо онро омуда кардит. Ин чкадар вакти шумо ро грифт. На самом деле, такой момент был, что к нам пришла девушка и говорит, у меня утром свадьба. Мне испортилось свадебное платье, и, пожалуйста, сшите мне платье. И мы на нее смотрим, понимаем, что это столько объем работы, мы должны за один день ей свадебное платье сшить.
И я понимаю, что девушка настолько вот просит нас о помощи, мы не могли ей отказаться. У нее уже завтра утром на самом деле свадьба, а ей испортили платье. И нам пришлось за один день сшить ей свадебное платье. Все команды мы включились, и быстро-быстро кто отвечает за что, сразу же коммуникально все распределились. В течение один день мы все от заказы отложили, и ей шили свадебное платье. В 12 ночи мы ей сдали, она пришла, обнимая нас, плачет, говорит, спасибо большое, говорит, я не знаю, что я бы без вас вообще отменила свадьбу. На самом деле девушка очень ждала вот это счастье. Не только она, но все это ждут, да? И когда ей это все испортило, пришла она с помощью к нам, да. Фамам кивает Арус Шаванда, хели фикруешь парешон, хасос вахаво тирбут, вахубаски манамеду нам чхелгам. Дардавум якшабон Арус, либо сидзебуй Аруси офаридан, ахсан гуфтан камаз. На самом деле, вот это был, наверное, самый сложный и самый такой момент, когда мы закончили, увидели ее глаза, счастье ее родители, все они вместе пришли, ее мама, папа, брат, и они все нас обнимают, и ужин принесли, и все говорят, спасибо вам огромное, вы нас так выручили, уже, наверное, вот это Аджой, бале. Хоп, Нафиса, да чундар душамбе зиндаги мекунет, албата вахтуи холи гиро. Айджот корон бу дустон, айорон он афаронеки бадила шоу наздикас, бо онхо мегзорунан. Маслан, шумо, кахвахуна и тарабхуна и писандидай шумо дар душамбе кадомас? Ой, я люблю тапиоку, но в данный момент тапиоки нету. Я провожу свое время своей близкой подругой Кристиной в данный момент, потому что она мне помогает и в развитии, помогает, как нужно правильно фотографировать, и очень много в развитии мне помогает, да. Друзей становится с каждым днем все меньше и меньше. Моих близких подружек можно считать двое-трое человек, все. Остальное время мои сестры всегда рядом со мной, и в нужный момент они мне помогут со своими советами, они всегда мне помогают. А так близких друзей у меня двое максимум. Вокен, дустони Джони, в хакике, он кадар зиод намешаван, дустони, ки бо гузашти вакт санжиде шуданд. Да. Содика вокеи хакике астанд. Хоп, Нафиса бештар бо дустонаш, ба фикрам дар утоки кори мегзарунад, он кадар ба тарабхунахо, хава сушахок надурад. Хоп, боз як чизру пурсидани астем, ки мухим аст, фикрам екунам. Холо. Хамин русо, хамин холо бос чи орзуе хаст дар дили шумо ки орзу мекунет, он холо джомай амал напушидаст. Орзуе висер азиз барой шумо. Да, конечно. У меня очень много желаний. Я к ним стремлюсь. И самое главное, что они сбываются, потому что я живу своими мечтами, да. И в данный момент, наверное, то, что я себе поставила цель, я не хочу об этом звучать, но то, что будет, это все видно будет. И у меня в Инстаграм, в Фейсбук и всех в онлайн. Бигзор, бигзор, хар, урзуйки, да. Я не привыкла говорить о своих мечтах, я привыкла к ней их достигать. Баруенки Амалина Мишаван, да? Бадан, дурус, аслан бэд гуфки урзугой по вокеи самими урзуйки баруешмо вокеан урзуас гуфтан намедуна. Намегуан бисюри хова хубам мекунанд, мо таману дурем хар орузе ки дар дили шумо хаст, бигзор дар зиндаги ҷомеа амал пушад. Ва боз як саволи дигар, вақте ки аз студия баром мебароед, ба куҷо рафтанед? Саволи охирин. Я когда выйду с вашего студии, я поеду на работу к себе. Ана дидет. Потому что у меня примерка. Бис сучор суата меша дар фаулят. Хоп, Нафиса таманюти шумо, ба он на фаронеки, то индам ба шумо саволу пешниот карнан, ва уман аз радио и нав шмуру гуш кардай студант. Ребята, я вам желаю, самое главное, это здоровье. Я вам желаю творческого вдохновения. И самое главное, чтобы вы были всегда счастливым, здоровым и радостными люди. Остальное все Боженька вам даст. Вагар либоси зебо дар куршут, хатман ба Нафиса фармуешли. Да, если вам понадобится что-нибудь вкусненькое, интересное от бренда Fashion Jewel, обращайтесь к нам, мы всегда вам поможем. Хопа, мо таша курмы гэм, баруи пазируфта не дават, ва баруи онки вакти кимати худро дарир надушта ба барномаи мо ҳозир шудед. Спасибо. Муазин хеле хурсанд астем ба курҳои эҷодиятон дар оянда муваффақиятҳои нав ба нав, дастовардҳои навро таманно дорем. Бигзор бо дастони гулофари худ, бо либосҳои зебои худ дили мардумро ҳамеша шод гардонед. Ҳамеша дар хизмат бошед. Ҳамеша муҳимаш бо намоиши коллексияи либосҳои нав муарифгари тоҷикистони азиз бошед. Спасибо большое. Такие теплые слова. Хуш омадед, Нафиса.
пригласили меня, на самом деле, я думаю, после работы приду, как я на это все отвечу, столько, такой сумасшедший день был, я не знаю, как оно закончится, но очень хорошо все закончилось. Бигзор, бигзор, амеша, рузи шумо, пораза, рузи кури бушат. Хоп, зони диля, мутай сифона, харчи зеки ого зурат, меган боз анджом дурат, на хаминчо, фурсети баруи барномай муджу до карда шуда баухир мерасад, мама шумо и сори мина дурива, си позбайон мекунем, она фаруники да вуми дуса, дар инстаграм, ва вайбер, хеле, фау будет, ама шумору радио и на вой буна дус медурат, ва да вуми ин мудат бушмо буна манзарни гори рустам, хайр мегуем танго то паго, то суати сензда, зеру аз суати сензда той чорда, воз барномай смс и наудорем кимунта зири, ама шумо мешавем онджо, бори дигар фару раси шумо мизе буйто бисуни, ама шумо муборак, хайр зони диля меша бумо дарамони ходобушет.